Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел заседание регионального оперативного штаба и областной призывной комиссии. На нем обсудили работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей. В настоящее время общее число действующих в регионе мер поддержки участников специальной военной операции и членов семей включает уже порядка 30 направлений. И хочу вам сказать, что все они являются востребованными. В ходе нашей совместной работы непосредственно с членами семей участников специальной военной операции, самими участниками специальной военной операции, ветеранским сообществом, мы постоянно корректируем эти меры, чтобы они были более еще эффективны. Губернатор отметил, что эта помощь является одной из важнейших государственных задач. При этом важно проследить, чтобы оказываемые меры поддержки были организованы не только в самом областном центре, но и во всех муниципальных образованиях. Также глава региона упомянула создание единого регионального центра. Чтобы помочь людям быстрее и лучше ориентироваться в системе поддержки, чтобы можно было оперативно назначать меры и реализовывать их, принято решение создать в Волгоградской области единый региональный центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей с задачами широкого информирования о действующих мерах социальной поддержки, консультирования, сопровождения при назначении и оказании всего комплекса социальных услуг и общей координации этой работы. Отметим, в Волгоградской области помощь бойцам, которые находятся в зоне СВО, стала оказываться практически сразу. Сейчас действия более скоординированы и носят адресный характер. Анжела Умбетова при поддержке аппарата губернатора Волгоградской области. Телеканал «Волгоград-1».